Без коллаборации мы не сможем доказать, что наши выпускники готовы к работе крупных компаний на территории Южного Урала. Потому что каждый новый инвестиционный проект, который даже будет связан с добычей полезных ископаемых, он делается уже по современным экологическим стандартам. Наш губернатор внедрил такой экологический стандарт для всех предприятий Челябинской области. А с другой стороны, это международные стандарты. Поэтому коллаборация позволяет точно определить тот диапазон требований, которые нужно соблюдать, став выпускником Южноуральского государственного университета, придя на новое рабочее место в новый инвестиционный промышленный проект. Такие проекты у нас на территории Челябинской области в ближайшие 10 лет обязательно будут. Но это не ограничивается только образованием и наукой. Это дает возможность выпускнику Южноуральского государственного университета приходить на те новые индустриальные площадки, которые будут создаваться. А создаваться они будут в любом случае, уважаемые друзья, потому что старые промышленные площадки себя уже износили, их нужно закрывать. Для того, чтобы люди оставались жить и работать в Челябинской области, для того, чтобы в Челябинской области было жить лучше, чем в других соседних регионах с точки зрения экологии, мы должны уже сейчас в нашем университете готовить специалистов. Поэтому от имени наблюдательного совета я приглашаю вас принять участие в кампании по отбору самых лучших студентов в наш Южноуральский государственный университет.